Добрый день. Сегодня купил в Ашане в Химках подушку перьевую и хочу вам рассказать о первых впечатлениях о ней. Обычно мы, конечно, покупали пуховые подушки, но тут, так как жена с детства привыкла именно к перьевым подушкам, решил для пробы взять вот такую вот недорогую, всего лишь за 373 рубля со скидкой. Подушечку. Значит, мне, конечно, чувствуется прям вот перо на ощупь. Вес ее 1 килограмм 200 граммов. Именно в ней за счет того, что 70% пера, а 30 пуха, она весит потяжелее. Другие подушки, они именно с 50 на 50 пух и перо, и там вес их меньше. А самые дорогие, самые лучшие подушки стоимостью, как правило, 3000 рублей, там уже пера всего лишь 30%, пуха 70%. Здесь все как раз наоборот. Но за счет этого она получается дешевая, такая плотненькая, кто-то это любит. Значит, все это производит. Вот здесь вот есть такой чек, изготовитель ООО НПК «Корегус». Причем они, что интересно, под своей торговой маркой «Корегус» продают дорогие подушки, а в то же время производят дешевые подушки под другими торговыми марками, типа «Марфина» подушка, вот эта «Верба», под торговыми марками всяких «Ашанов» и так далее. Соответственно, все это делается в Российской Федерации Московской области Кашерском районе, поселке Большое Руново. Значит, вот эта ткань – это хлопок. У них еще есть более дешевые подушки, в которых это синтетика, полиэстер. Размер 50 на 68. Я вот люблю именно такого размера. Кто-то любит побольше 70 на 70. И сорт, за счет того, что здесь больше пера, идет первый. Вот наполнитель, это называется полупуховой, первой категории. 70% перок, я уже говорил, 30% пух. Вот. Здесь все это прошло ТК, и почему со скидкой? Потому что сейчас осень 2017 года, а все это произведено 23 августа прошлого 2016 года. Вот такая вот подушечка, там есть несколько вариантов расцветки, я выбрал вот такую вот расцветку. Давайте покажу вам. Вот видите, она даже хрустит за счет того, что в ней много пера. Вот, и тут же я прикупил к ней наволочку другого, естественно, производителя из хлопка за 178 рублей. Спасибо за внимание. Ты что, охуел, что ли, а? Ну, хватит, а!